Приветствую всех на канале Польза.ком. Сегодня я расскажу вам о спасателе от летнего зноя не эконом-класса, портативном вентиляторе от дочки Xiaomi WeHush Compact Fan. Кто не подписался, подпишитесь. На канале три конкурса: подарки Mi Band 3, Ana Band 3 и Amazfit Bip. Подробности в описании. Возвратимся к вентилятору. Как видите, упакован он более чем добротно. Пришел через 8 дней после оплаты заказа. Внутри мощный бесщеточный двигатель, подставка и кабель зарядки microUSB. Сам вентилятор очень тихий, шумит максимум до 30 дБ. Это значит, он работает не громче шепота или тикания настенных часов. Имеет три варианта режима работы, переключается все одной кнопкой. Большого литий-ионного аккумулятора на 2000 мАч хватает на 4 часа беспрерывной работы. Заряжается он от обычного microUSB в течение 2 часов. Лепестковая конструкция винта обеспечивает сильный приток воздуха. Компактный размер 8x9x5 см, легкий вес и всего 140 грамм. Корпус сделан из экологически чистого PC и ABS материалов, то есть из поликарбоната для приятного тактильного контакта и акрилонитрил бутадиэстрола, ударопрочной технической термопластической смолы для того, чтобы корпус был достаточно крепким. Порт microUSB совместим, как вы знаете, с большинством наших носимых устройств. Удобно как держать в руках, так и использовать на подставке. 5 вариантов расцветки. Мега-классный подарок себе или вашим близким. Я покупке безумно рад. Выглядит прикольно, незаменим летом, в поездках и на работе. На AliGearBest цена около 900 рублей с доставкой. Ссылка на покупку в описании. Подписывайтесь, лайкайте, добавляйтесь на Facebook и в ВК. Не забывайте про конкурс и удачи вам, дорогие друзья.